Привет, Димон. Здорово. Что ты играешь сегодня на каком-то мероприятии? Не, я буду петь. Ты будешь петь? Да. А играть будет вот тот человек, что сзади. Да. Он лучше это делает, чем как? Я. Что тут за мероприятие, скажи мне? Тут мотофестиваль «Эффект бабочки». А и ты его открываешь, я так понимаю. Да, да, да. Это самая почетная вот, миссия. Ну ты как тот человек, который открывает все это. Понимаешь? Я человек-открывашка. Из года в год открываешь все. Открываю. Байк-фестивали. По вашим заявкам. Все фестивали. Открываю могу. Все концерты. Да. Ты войдешь в историю Орла как человек, все время что-то открываешь. Да, ну открыватель. Как этот Русанов был, кто там еще, Беринг. Ну, да, Миклуха Маклайн. Открыватель. Да. Хорошо выглядишь. Ты либо бросил бухать. Так я не пил уже сколько, блядь. Сколько ты не пил? Сколько я не пил? Ну, два дня уже не пил. Два дня уже не пил? Твой гитарист говорит. За счет сбился. Что ты два дня уже не пил? Ну, правильно, а я больше одного считаю уже с трудом. Для меня всегда была проблема, там, где скобки начинаются в математике. Вот все, дальше уже я считаю лишнее вообще. Что, новый материал будет какой, не? Ой, будет. Старое и новое. Какое старое и новое? Что там, как песня называется? Черным дописали, то новое. Там списочек какой-то, ну-ка, дай я посмотрю, что за списочек. Да не особо там, ну... А что это такое? Вот, на Черной Радуге, что за песня? А на Черной Радуге мы не играем. А мы ее не будем играть. Секретная песня. Мы решили обломить. Секретная песня. Да-да-да, секретный уровень. Слишком мало народу для этой песни. А народу мало, да? Да я не вижу здесь, кроме тебя, никого практически. Люди стоят, кто прячется за сценой. Блин. На самом деле, что-то народу вообще нет. Они говорят, давайте открывайте, а давайте откроем. Ну, давайте откроем. Нам не привыкать, да. Ты с собой привез вон тот маршал. Чей это маршал? Виталик, ты открываешь? Я с собой водочки взял. Я открываю и употребляю. А вот Дима что-то говорит, водки взял, а не пьет. Нет, пока нельзя. Это приглядка называется. Пока нельзя, я на него посмотрю, и мне уже легче становится. Уже, понимаешь, это происходит подъем внутренней энергии, раскрываются чакры, линии силы. Так, слышишь, Дим, я так понимаю, что это движение вообще какое-то, что-то на упад пошло, да? Тут, ну, нет, тут движение, оно разнообразное такое. Просто движение. Просто движение, хаотическое вообще движение. Ну, слушай, давай тогда уже начинать, что уже сейчас 56 человек, говорят, уже купили, давай, прошли. Давайте. Видимо, они впитались в лес. Да. Начинайте, парни, начинайте. Молодой человек, а вы как сюда попали? А я вот это самое, соратник байкеров. У меня есть машина, непростая машина. Уже почти ни у кого таких нет. У нее в жопе мотор! Вас приветствует группа «Система зажигания». Thank you.
Женя, братан, ты что сюда приехал? По какому поводу? Я приехал поддержать родной уже клуб для меня, Баттерфляев. Потому что они нас поддерживают, и мы их также. Понятно, блядь. Слава Михайловскому Богу. Ребята, ну а куда ж мы без него? Дай Бог ему здоровья и удачи, и да, и все, блядь. Этому Михайловскому Богу. Его кормит, и меня кормит. И тебя кормит, да, правильно. И весь город Мухосранс, Железногорск. Ну а куда мы без него? Давайте, вот мне прям интересно. Поставьте пиво. Как Ленин говорил. Яма! Копайте там еще глубоко!
Еще больше хотеть рок.